снаряда в личном договоре лидирует Александра Хайзера, 13 733 тысячные баллы. Второй результат – Анна Скрипка, Санкт-Петербург, 13 433 тысячные баллы. Третий – Кристина Стародуба, родная, 13 356 тысячные баллы. Четвертый результат – Анна Симухина, Тюмень, 13 30. После двух видов командных соревнований лидирует Приволжский федеральный округ 105-864 тысячные баллы. Второй результат – Сибирский федеральный округ 101-465 тысячных баллов. Третий результат – команда Санкт-Петербурга номер 2 – 97-93 сотых баллов.